Здравствуйте, в эфире Вести Чукотка, в студии Владимир Никитченко. Я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. Три депутата окружной думы сложили свои полномочия в связи с невозможностью дальнейшего осуществления депутатской деятельности по причине загруженности по основному месту работы. Сегодня на сессии окружной думы были приняты постановления о досрочном прекращении полномочий Ксении Нестеровой, избранной по Западному избирательному округу, а также Игоря Иванова и Юлии Бабковой, избранных по Восточному избирательному округу. Свои заявления они написали 15 мая, и 22 мая их депутатская деятельность завершится. Напомним, депутаты думы 7-го созыва были избраны в сентябре 2021 года. В настоящее время Игорь Иванов и Юлия Бабкова проживают в Москве, а Ксения Нестерова в Певеке. Из-за особенностей транспортной схемы осложнялось их участие в заседаниях регионального парламента. Председатель Думы Валентина Рудченко поблагодарила каждого за работу и отметила их заслуги на благо Чукотки. Ожидается, что до выборы в окружную Думу 7-го созыва пройдут в единый день голосования в сентябре.